Приветствую всех зрителей канала YouTube. Сейчас немножечко подождем, когда начнется трансляция на GoGame. Вам стоит либо запастись терпением, либо можете просто перемотать. Так, там задержка секунд 40, может. Нахрена, да? Так, ну что ж, трансляция началась, всем привет. Можете регистрироваться, точнее желательно регистрироваться на GoGame, писать что-то в чат, спрашивать что-то. Все, обсудим в прямом эфире. Ну, если хотите, конечно. Можем пообщаться немножко, по самому скучно тут сидеть. Так, ну, сейчас я проверю, работает ли трансляция. Минутку, секундочку. Так, ну, вроде работает. В общем, работает. Наверное, работает, не важно. Ну, это важно, конечно, но не важно. В общем, играю я на моде интересном. Он новый. Ну, относительно, конечно. Разрабатывается уже 3 года, но до сих пор на стадии бета-тестирования. Устанавливается он через замену датабаза, поэтому он у меня уже стоит. Но есть возможность, конечно, включить к нему еще XMax. Но я этого делать не буду, потому что на эпосе вначале трудновато, немножко без шмота. Поэтому поиграю пока без XMax. У меня завоеватель 61 уровня. Кстати, на счет это дает булавы. Сейчас я вам расскажу. Прикольчик один. Это булава? Вроде не булава. Смотрите. Вот. Ключья булава, но она имеет 50% проникающего урона. Что интересно, посмотрите, как она держит эту булаву, как копье. В общем, это как бы булава, но это как бы копье. Бред. Ну, в общем, погнали. Так, надо будет спасти старичка. Я проверю еще раз, работает ли трансляция. Да, работает трансляция. Никто не смотрит. Что вообще за мод такой? Как видите, у меня 40 тысяч хп, и вы скажете, а, чит. Это не чит, это такой мод, который довольно-таки сильно преображает самого персонажа, помимо мобов. Покажу вам сейчас шмот. Вот такая кираса у меня. Вы можете поставить на паузу или быстренько почитать, что она там дает. Пушечка, колечко, шлем, еще одно колечко. Красное, это, в общем, нововведение мода, это убершмот, как видите, они дохрена дают всякой херни. Щиток, мне очень нравится он. Ну, наручи, понятно. Вот этот амулет я выбил еще в Гелосе на норме, он мне почти в 2 раза увеличил урон. Ну, сейчас он, конечно, не так кардинально увеличивает его, но раньше давал много. Ну вот, в общем-то, и все. Максимальный урон у меня 102 тысячи. Я так вообще не дамажу сильно. Это, я так понял, было отражение от этого, от Татаида. У меня там было кольцо, там где был шанс на отражение больше 100%. Видимо, Аито ляпнул мне там косарей 50. Он, кстати, так и бьет 50-60 косарей. Отражение сработало, увеличилось там несколько количество раз. И полетела к Аиду. Вот так я и получил 102 тысячи. Смертей до хрена, да. Ну, мод жесткий, да. Куча резистов, но они, как вы знаете, работают только, ну, 80%. 80% на эпосе. Вот этот вот запас. Это если, допустим,
мобы или боссы, так же как и персонаж, они могут срезать резисты. Поэтому этот запас сделан для того, чтобы когда боссы или мобы срезают резисты, чтобы не срезали в ноль. То есть они тебя срезают, 80% есть, да, они тебя срезали там 50%, у тебя осталось 400. По сути, ничего не сняли. Так, кто смотрит вообще стрим, нет? Походу никто не смотрит. Ладно, пойдем гасить этих тварей. Очень медленно бьет, так как это копье. Да, там 79% скорость атаки. Голая без... Сейчас сделаю без... Ну, птички бьют сильно. Вроде 40 тысяч хп, вроде какой-то такой сильный, да, там УВС 20 тысяч у меня. 21 838. А у как не слабо. То есть тут все сбалансировано. Ну, относительно сбалансировано, конечно. Тут очень сильный магик. Если нарваться на толпу магов, магов можно и дуба дать. Кстати, надо мобы 6 уровня, не знаю, что это такое, потому что они 106 уровня. Дело в том, что более 100 уровней как бы не отображается в игре. Если персонаж, ну, моб больше 100 уровня, здесь будет отображаться одна или две цифры последней, после единицы. То есть если это 106 уровень, то будет отображаться 6. Или все так и есть. Вижу, никто не хочет не скидываться, писать в чат, ну, в общем. Было бы, конечно, хорошо, если бы вы что-то пообщались с вами немножечко через чат. Был бы... Напор информации у меня скоро закончится. И буду я молчать. Как шарить. А, кстати, да, камеру можно отдалить очень далеко. На самом деле это для... Просто для просмотра обзора. Чем для обзора и определения расскажу это мол, потому что играть постоянно на отдаленной камере довольно затруднительно. Сейчас, когда XMAX нет, и локация такая простая, могут немного. Все ладно, а когда XMAX, причем плюс еще такая локация со скелетами и богового сапфира, какого-то шамана. Ну, не шамана, а вот, короче. Лагает жестко. Им до 2 FPS падает. Господи. Переключался, просто смотрел трансляцию. А, да, хотел сказать по поводу нашего нового стримера. В общем, вы сейчас на экране видите рекламку слева YouTube канал. Вот первый это наш канал, второй это его канал. То есть, вы можете познакомиться с его творчеством. Еще до того, как он начнет стримить. Когда начнет стримить, еще пока неизвестно. Как только он определится со своим стримом, в общем, реклама будет вывешена на странице в группе ВКонтакте, а главное, и также на сайте. На главной странице будет добавлена новость, что так и так будет стримить там-то, востока-то, востока-то. Так что вы не пропустите. Я никто не хочет чат что писать, а? Что-то залюбили. Да, кстати, эта система опыта немножко изменена. Вот у меня уже 780 миллионов опыта, а я всего 61 уровень. Я не помню, сколько там в оригинале, или там 420, что-то такое, да? Точно не помню. Но здесь, если учитывать, что уровней здесь будет 85, пока не реализовано это, почему? Потому что невозможно кооперативно играть с повышенным уровнем, пока разработчик разберется. Но, в общем, если будет 85 уровень, то опыта будет порядка 40 миллиардов. Если я еще миллиард не набрал, у меня 61 уровень, да? То есть там будет очень жесткий кач, когда до первого миллиарда дойдешь, будет жесткий кач. Ну, я думаю, на легенде это все компенсируется с этими прикольными новыми модами. Так, посмотреть замечание, которое падает.
очень интересно. В принципе, если что-то выиграем интересное, то вы обязательно это увидите, посмотрите, насколько оно интересно. Так, возьму вот это. В принципе, сейчас вот делаю довольно легко, но X-Max нет большого желания включать. Потому что, во-первых, начнет сейчас время трансляции лагать немножко. Ну, FPS падает. А во-вторых, это такой гемор сейчас жесткий. Хотя. Нет желания включать, почему-то. Ты не включить, а? Вот. Сидели бы в чате, могу сейчас сказать, хотите ли вы посмотреть на X-Max или не хотите, а так будем ориентироваться только на мои пожелания. Мое пожелание это играть в X-Max. You should be careful, young chap. В вопросе участвовало 30 человек, сказали, что будут смотреть, а в итоге только двое смотрят. Ну ладно. Вылезайся, блин. Блин, уйдите от моего... Ладно. Вот это просто фантастический опыт. 40 тысяч, просто обалдеть можно. Кстати, горный срезает резисты. Это слабое, да, это мясо? Очень слабое. Ага, так, опять. Ну, смотрите. Могу! Дела обстоят. Ну, смотрите, дела обстоят пока, скажем, туго. Один из участников команды, который разрабатывал тоже, как вот и было пятеро, если не ошибаюсь, он ушел. Это на одного из человека стало. Довольно туго работа идет. Идет работать уже полтора года. Саруман мне обещал, что в течение полугода, ну как обещал, он так намекнул, что в течение полугода будет взять мод. Я могу от себя что сказать, что за неделю, может быть, две до релиза этого мода я возьму, точнее не мода, а дополнение, я могу взять его у Сарумана и заранее вам его показать по стиме, то есть познакомиться с ним. Что по поводу Атлантиса сказать еще хочу. Это не мод, это будет, получается, как дополнение к игре, то есть как у нас Immortal Throne, так это будет как квест Immortal Throne Atlantis. Он будет вшиваться в игру инсталлятором, и после убийства Аида, вы когда входите в этот портал, который открывает Эпос, вы, получается, перемещаетесь в... как же называется? В храм то ли Аполлона, то ли Посейдона, что-то такое, я точно не помню. И там уже продолжаете свои путешествия. В общем, по поводу... как оно называется? Оптимизирование модов под Atlantis. Тут дела обстоят так. Саруман сказал, что оптимизирует самые популярные моды под Atlantis. То есть изначально он делает голый, как обычный оригинал. То есть модов будет мало, все как обычно. Моды будут оптимизированы такие как Chuck, Crash, X-Max, M4. Это 100% эти 4 мода. Также по желанию можно будет разговориться насчет Crazy мода. Ух ты, какой шлем выпал. Вот так вот. Хорош. Просто хорош, ребята. Посмотрите, как увеличивается у меня урон. Просто вот... просто
Просто супер. Посмотрите на ОС. Бабах! А! Красота! Жестяк. 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 Что, перезарядочка? Смокота. Атлантис, я думаю, ожидать до Нового года. Ну, то есть, летом или осенью не стоит. Я знаю, что сделано точно два города первых. То есть, про остальные я не знаю, я давно спрашивал. Но могу обещать, что первыми вы узнаете, думаю, от меня. Надеюсь. Об Атлантисе. Буду стримить. Буду рассказывать. А может и не от меня, у нас же появился новый стример. Может быть, он расскажет. Мы с ним планируем, кстати, в ближайшем будущем, может даже до кооператив поиграть. Он довольно, ну, уже года 2-3 может быть стримит. Натасканный парень. Я-то всего пару месяцев практикуюсь в стриме. То есть еще не поднатаскался. А вот Евгений, да, его зовут Евгений. Довольно опытный человек, и вам будет интересно с ним, что со мной. Так, пойду поговорю с Леонидом. Так. Так. Ой, куда я пошел? Не, ну вообще красота, да, ребята? А как оно? Как же ж... Какой крутой щит. Ой, шлем. Восемь уровень сопротивления проникающему урону, силам природы, сопротивление огню. 18% на шанс, шанс 18% на 285% урона. 17% на 902. Охренеть, это просто жесть. А гляньте, что дает еще как его бонусы от сета. Это только от одного шлема, что мне дает. Красотень. Просто... Ах, 234, да ладно. Это где я так ударил? Это вот с этим шлемом, что ли? Это, видимо, 17% сработал. Да. Я думаю, уже можно включать X-Max с таким-то шлемом. Да. Смокота. Продам эти... Бай. Сюда ничего нельзя ставить, да? Ничего. Относительно требования, вот видите, написано сила 445, как-то маловато, мне кажется. Она была, блин, 3000. Я 3000, конечно, не соберешь. Гринда у меня сам не играл. Только видео смотрел. Что-то я не уверен, что в этом году планируется... А, ну, в принципе, они там писали, что планируется релиз в этом году, да, но я что-то им не верю. Вот не верю, и все. И 3 года там у Рыжиса уже всемером или шестером. Потому что компания маленькая. Не верю, что будет в этом году. Не верю, и все. По поводу, будет ли стримы. Да, будут стримы. Вот новый парнишка, который пришел, как парнишка, мужчина. Он активно играет в Гриндаун, вы можете перейти на его канал, там очень много стримов именно с Гриндауном. Он уже изучил ее довольно хорошо, поэтому сможет вам больше рассказать про нее, чем я. Я мало что не знаю. Поэтому ждем Евгения, когда он отоплится, и сможете узнать о Гриндауне. Ну, какое мое мнение лично, знаете как? Меня очень обрадовался, когда узнал, что Гриндаун, что компания, которая сделала Titan Quest, начала проектировать новую игру. Посмотрев видео, я немножко разочаровался, почему? Потому что там вот эти все пушки будут, какие-то там арбалеты. Ну, хотелось, знаете, некого клона Titan Quest, а получили некого клона Диабло, как обычно. Ну, естественно, Диабло, это же проводить Диабло и Titan Quest. То есть, даже немножко Локи еще взяли, кто играл, поймет. Вроде как времена-то старые, а он бегает с этими пушками. Ну, в общем, меня это немножко разочаровало. Ну, в принципе, я поиграл. Так, наверное, включу все-таки Айкс Маск, потому что, видите, мобов мало. Скукотища страшная, да? Поэтому включаем Айкс Маск.
И наслаждаемся игрой. Еще хотел сказать по поводу каналов на ютубе. Вот этим нашим два канала, они как бы теперь будут общие. То есть и Евгений, и наш, он как бы будет относиться именно к нашей группе, к нашему фан-сайту. Первый канал, Mr.44, там преимущественно будут промо-ролики, коротенькие такие с музычкой. Ну, будут и стримы, конечно, иногда, но в основном будут только вот такие вот. А на канале Евгения преимущественно стримы. Поэтому вы сможете подписываться на оба канала и смотрите нас в интернете. То есть одинаково там, точно все равно. Также на обеих каналах будет только Titan Quest. Так и на нашем, так и на его каналах будет и другие. На его каналах там Индин Даун, и какие-то еще есть звездные гости. На нашем канале там будет Titan Quest. Возможно, Индин Даун. А также другие новые игрушки, которые выходят в 2013, ну если в последующих годах. Будет геймплей. Можете, если вы еще не купили или не скачали эту игру, не сомневайтесь, то, что она потянет у вас или будет вам она интересна, вы можете посмотреть видео на нашем канале с геймплеем, это комментариями по поводу этой игры, и потом уже решать, то есть советую подписываться на оба канала. Так, Дмитрий выбрал с того года посолиднее. Ой. Мне этот да, чат обновить сверху снизу, да, вот так лучше, а то не видно. Кстати, называется мод Schwartz, вы его можете найти на нашем сайте, ссылка у вас есть на экране. Видите, немножечко FPS подтормаживает из-за вот этого вот обилия мобов. Ну, опять-таки, сейчас идет трансляция, еще нагрузка на компьютер, я поставил сейчас 7000 килобит, то есть, чтобы качество было приемлемым. Это тоже еще довольно сильно нагружает компьютер. Наверное, закрою браузер, чтобы не мешал. Могу разукрашивать. Интересно. Так, у меня это эпос. И читов. Что? Ох ты, ё-моё, 49000 ВС. Читов нет, ребята. Нет читов, вы чё? Мы без читов играем. Так. Вот сейчас будет жесть. Ой-ой-ой, как они лупят, а? 53000 хп, а лупят, мать тебе, вот так. У меня защита, где 200 защиты? Что-то интересное выпало. Вообще такой кумарной что-то акт. Да я вообще не очень доверяю даже чёрный акт. Мне даже чёрный акт больше напрягает, чем у Греции. Но Греция напрягает тем, что тут тупые мобы, здесь такие тупые мобы. Я и чёрный акт не очень она бьет булавой, как это, как копьем. Это мы уже собрали, получается. Фигня.
мешает. Ну, что будет, что ты можешь посмотреть, что запись на ну, конечно, шлем меня порадовал. Красота, не шлем. Что еще нужно по поводу этого мода? Планируется по проекту. Планируется добавление так называемых нюк вещей. Начнем залегать. Здесь есть вот какой-нибудь. Ну, обычно шмотки зеленые, красные такие вот крутые, ну, вроде как крутые, да? И есть там также шмотки эпоса, именно эпоса и легенды. Они будут фиолетовыми и синими. Это шмотки эпоса и легенды, они переделаны и так называются эпик шмотки. Типа очень крутые. Ну, котяра пришел. Что ты можешь? Будут... такие убер-пупер шмотки, там даже есть одна биржа, в которой добавляется умение тифона, вот эти камни, которые выкидают камнепад. Очень хочу ее выбить, она выпадет не раньше легенды, конечно. Еще и походу еще автомат. Обидно, конечно. Так вот, планируется добавление релик вещей. Это, смотрите, какая грандиозность. То есть эпик вещи будут давать нереально много статов и нереально крутые скиллы, а релик вещи... они будут падать, если только на легенде, выпадать они будут только с боссов и только с новых героев, таких как Таксей, там, ну, точнее не Таксей, а новый герой. Тут есть новые герои, там, пацаны, атлеты всякие, ну, такие новые приколяки. Падать будут только с них, с очень маленьким шансом. Будет сделано только один, по одной копии каждого оружия и вещи, и шмота, то есть один сет лайт, один сет хэви, один сет робер. Одна подбила, одна дубина, ну вы поняли дальше, да? То есть только по одному комплекту, то есть не будет очень много таких шмоток. Давайте они будут, конечно, умопомрачительные с характеристики, но выглядеть ее практически нереально. Но она будет того стоить.
понимаете, ребята, берите, берите. Блять, один отказки прихерей. Ха! Ян написал, говорил же, что Шварц отрицали, или вам угодно, чтобы люди искали его на сайте, сами решали, задавали вопросы, мол, ты же мог, может. Ян, если ты смотришь меня, я тебе отвечу лично. Не я автор мода, и как так сложилось, что автор мода решил почему-то в группе его не... Не знаю, почему, зачем, то есть не я автор, я не могу решать его выбора, то есть его собственность, он решает, что с ним делать. Поэтому он решил, что на группе он выходит что-то афишировать, поэтому... поэтому такая велигрита. И желательно, что он будет кому-нибудь серьезно. Но я пришлось зайти в контакт, чтобы почитать его. То есть, в общем, так захотел автор мода, что остался с этим художником в группе. Не знаю, зачем. И дело в том, что большая часть населяет группу такого... новички, неопытные люди, люди, которые меньше лет 16. А мод этот находится в стадии бета тестирования. Мод сделан только на 10-12, то есть там еще ничего не готово. И будет постоянно куча вопросов, если игроки начнут играть в мод, будет постоянно куча вопросов, и нашел, как, помогите, вот так, и доработать, будет баф, ла-ла-ла, ЛС мы засрут, так же самое, стену, ну, это немножко отсеяли, чтобы было только на сайте. Кого она тут зайдет на сайте, там на сайте. Не так же, если на сайте, все решено. А те, кто заходит на сайт, они не будут. Я не знаю, где что отрицали. Я даже не видел, что кто-то писал, что это Шварцман. Не обидно, конечно, я этого не видел. Ого! Что так много лет, дружище? Иди ты нахер. Тиранский кираса кентавра. Керня. О, Ахиллес. Ахиллес. Ахуели, волки. Сколько у вас сейчас народу смотрит за стрим? Берегите, я улыбку хотя бы, чтобы создать какие-то видео как минимум. Мне бы приятнее, больше будет мотивации играть в стриме, вообще, прям интересно. А то так, вы меня не мотивируете, а я не буду вас мотивировать. На этом покончим. Давай. Долбиться в одну дырку не очень интересно, мне кажется, ответки. Ядрён батон!
Где еще? Твари. Танцу мир хер! Ой, блядь. Это я погорячился. Хе-хе, видите, ребята. Ой. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Че вы там застыли, твари маленькие? Зарегистрироваться здесь на карте, мы еще не помню, знаете, регистрации, просто привязывайте. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот. Просто нажимаете авторизироваться через ВКонтакте и все. То есть вы будете уже подключены через вашу страницу ВКонтакте. Хрень это может быть не лупит. Ну, выходите, чего вы там стали? Ну, как-то лучше. Вот видите, да, нет никакого дисбаланса из-за таких больших статов персонажа. Видите, как мне пиздюлей дают, слава на и... Смотри, что это чипи-чипи. Неразумно. Здесь 54 уже, да? Это аспорта. Львиное сердце. Мне кажется, это есть уже. Багровая гадюка. Львиное сердце нету. Ладно, пусть будет. Ну-ка, секундочку я. Сейчас зайду на канал. А, да-да-да, я совсем забыл о том, что новозарегистрированные пользователи не могут писать ничего в чат, потому что там почему-то банит на небольшое количество времени. Ну, в принципе, сейчас сижу, ну, параллельно на странице там ВКонтакте, и вот записью там, где написал «поехали», тоже что можете писать и буду отвечать. Там немножечко посмотрим. Мучитель. Херня. Оп-оп, и нет кабанчика. Оп-оп, и нет кабанчика. Прикиньте, 17% шанс на 902% урона. Это ж мать твою, как можно влепить, да, по щам? Ну я уже влепил 206 тысяч, 260. Ну, нормально, по-своему, да, понимаешь? Надевать на этот шлем. Красота. 26% перезарядки. Жесть.
ты, какая она шустрая, ё-моё. 264% бег. Харе так ладно. Ахахахахаха, это сейчас будет трэш, смотрите. Просто трэш. 3 FPS и трэш жесткий. Я думаю, что так подлагивать стало? Конечно, не стоит, не мог там. Ах, друзья мои, сейчас будем очень долго с ними разбираться. И очень нудно. Ой, что-то я уже пошел. Ну, кто? Кто на меня? Кто на меня? Ну? Ты на меня? Давай. Померяемся силами. У меня 56 тысяч ОС. 67 даже. Что-то мне доказать хочешь, дядя. Шел нахер. Так, вот легионы все сюда. Надо как-то выманывать их аккуратненько, что ли. Они еще не выманываются, красота. Что надо было напихать столько молов, да? Что ж, компьютер лагает. Эй, ребята. Отходим. Ой, отходим. Если бы не стрим, я попытался закрыть эту толку. Но в стриме, со временем стрима, конечно, не буду делать, потому что сильно будет лагать. Даже на подступах к этой пачке уже жесть как тормозит он. Такая непростая, нехитрая тактика убийства большой толпы мобов. То есть всех жалуются, что ой, тяжело, там не убить, не пройти. Но вы ну, чуть-чуть выманываете их и просто будет долго, но просто. Мне вот не составляет никакого труда взять маленькую пачечку, отойти и убить. Долго, но вы же выбрали играть на моде, это означает, что вы готовы на изменения, готовы страдать. Готов вообще принимать тактику игры мода. А тактика игры мода составляет о том, что долго, нужно. Скажу так, что нужнее, чем на оригинале.
даже аккуратненько не покрасили. Во. Ну, ну, без стрима оно мне не лагало, конечно, но нагрузка большая. Сейчас идет 7000 килобит, это нормально качество. Фурби, спасибо по поводу мода Diablo 2. Ага, ставить не ставил, конечно, но я видел довольно много видеозаписей. Сказать, что это интересный мод, нет, мод не очень интересный. Скорее, ну там очень испортена графика, сделана под Diablo 2. Скучно, нудно, мобов мало. Ну, такое, я бы не играл бы, честно говоря. Так, чисто если постримить, показать другим, да, один раз. Ну, два, может. Но играть с интересом никогда. Можете пробежать вообще. Чё я отправился? О, полифемы. Привет. Я не знаю нахрена, зачем это делать, потому что опыта будет мало. Там, если я не ошибаюсь, очень много примочки, типа хп или силы, но с нашими характеристиками не очень-то оно и много даст. Пока квесты побочные не блокируют, почему на шахту может идти, не знаю, как это кидать. То есть если вы знаете, то можете помочь. Опять-таки, те, кто только зарегистрировался, не может написать комментарий здесь, спросить, но чуть хочет, вы можете найти группу ВКонтакте и под сообщением от имени группы «Поехали», там можете что-то спросить, если есть желание, если кто-то вообще смотрит этот стрим, кроме меня. Поэтому там можете задать вопрос, я сейчас мониторю группу и увижу все. Мне надо создавать новый пост. В группе я его удалю, потому что хламит. А вот в комментариях к этому к посту поехали. Ну все, регистрируйтесь, у нас тут будет следующий стрим, и не только мои будут Женя на стриме. Они чуть более интересны, конечно, может мне как-то нравится, она фактично, конечно, но я видел его стримы давно. Интересно смотреть. Заходите, спросите, не можете написать, а не сможете, почему, потому что пока зарегистрируетесь, пару часов вы будете в бане. Поэтому регистрируйтесь заранее, чтобы в будущем не лохануться. Договорились? Я думаю, да. Смотрите, у вас те, кто смотрит, наверняка даже возникает достаточно вопросов по этому моду. Кто еще у него не поиграл, а даже если кто и поиграл, все равно возникает вопросы. Рассказать у меня есть что по поводу этого мода, вообще все игры, но я же не могу всю информацию просто вот баку вываливать там. Вот вы что спросите, я вам расскажу. Никто не спросит, я ничего не расскажу. Поэтому... I will become foul and corrupted in my nature. Пойдем спасать. Да, как-то не густо мало, да? Ладно.
кстати, здесь в ветке горна хорошо проработан срез ресурс, резом. То есть он здесь реально срезает, в отличие от оригинала. Написано, на какое количество единиц, написано главное, сколько времени он срезает. Вот можно посмотреть, она срезает на 8 секунд, 65. 65 единиц на 8 секунд. Немного, конечно, но тоже что-то. Сейчас он бах! И вот это все поняло. Все поляло. О, хорошо, один лямчик опыт добавил. Лям 24 тысячи. Неплохо, неплохо. Что тут? Ну я думаю, с этим пока ничего не сравнится. Но подберу на всякий случай хитин арахнида. Да, херня. Надо искать уже фиолетовые шмотки или синие, которые из разряда эффекта, которые с какими-то различными противниками. Поэтому пока, я думаю, лучше этого шмота вряд ли найдется. Хотя, в принципе, такой же самый шмот может выпасть на эпосе. То есть не из разряда эффекта, а из разряда красной зелени, да? Выпасть типа так и есть, красная зелень. Красная зелень. Из разряда красной зелени, но уже эпической. А, вы что выжили. Ничего не спрашивает, никому ничего не надо. Так, поехали дальше. О, какой я медленный стал. Вроде сопротивление замедления это не хило. Но они, видимо, не шутят со мной, шутят. Погодка херовая сейчас на улице, тоже пошел в солнце. О, обнаружили воздаяние. Ну, такое, да. У меня, видите, тут сопротивление урона аж у вас 8%. Кстати, на свечении на другую сторону, вот на это, падают лишь все резисты, но помимо максималки, как автор решил, в норме сделал 85% резистов, на эпосе 80%, а на легенде почему-то 75%. Не знаю, что он так решил, это, конечно, большая глупость, но неважно. Помимо того, что падает максимальный порог ресурсов, резистов, также падает и, ну, отнимается от их нынешних резистов определенное количество, то есть на эпосе это составляет сколько, минус 40, если я не ошибаюсь. Это же относится, к сожалению, и к физрезу. На оригинале, на других модах вообще нигде такого нету. А, ну вот на этом... На этом вот моде автор решил сделать так, что и физрез тоже будет резаться. Вот так. Михаил Иванов ответил. Возвращающий повод где? Собираем грубик ядра. Редкая вещица в этой игре. Надо пользоваться моментом пока есть. Миха, если ты смотришь... Михаил, если ты смотришь этот стрим, что ты показывал мне большой шанс выпадения, он мне тоже выпал этот шлемчик. Да-да-да. Так, бурдюк яда. Он так... Ух, красота. Просто красота. Бабах. Бабах. Где-то вообще урона.
Мне тут написано, вот я не вижу, где написано, что урон добавляет. 40% силы вижу. Ты что, сила так добавила мне урона? Хрен его знает. Ну, красота, короче. Красота. Леонорме еще сделан автоматически 20 или там 25% перезаряда. То есть вы когда заходите играть на норму, вот только вначале, у вас много пушек. У вас пассивный перезаряд 50%, то есть вот эти скиллы типа ярости, они перезаряжаются на 50% быстрее. И обычный перезаряд у вас еще 20% есть. Кстати, насчет 20% я сомневаюсь, там походу больше. Почему? Потому что сейчас я взял шлящую 26% перезарядку, но... Раньше на норме у меня вот эта вот стена перезаряжалась гораздо быстрее. Раньше она у нас пойдет, а сейчас даже 26% перезаряда она перезаряжается позже, чем складает. Сначала складывает, а потом перезарядится. Мне кажется, что на норме там было больше. Больше перезарядка, 30-35%. Вот сейчас посмотрим. Интересно самому. Глянуть. Да, видите, она спала, а еще и перезарядилась. Это западло, конечно. Ох, как у меня что-то видеокарта греется. Странно. Да, 76 градусов, ни хрена себе. Что это вдруг? Давай, там сунул процессор, по идее, когда стримишь, а она что-то на видеокарту пошла. Не важно. Херня. Посмотрите, 32 400. А? Херня. Отдаем, смотрим, что нам за бонус дадут. Нахрена. Нахрена. Возьмем, мало не будет. Чем много не будет вообще. Убьем этих вот всех. Я думаю, что у меня здесь кризис здесь на этом. Только начало. Так что почему я думаю. Пара-па-па-па-па. Херня. I used to sell plows and scythes to farmers, but since the monsters, it's been swords and shields, greaves and spears. Ну да, я в дефайнере нажал баночки все в один слот падали. Так же, чтобы постоянно был день, то все.
I see now you. А Ян Кальян у нас... болтливый парень. Как болтливый. Я читаю комментарии в руках. Да, название мода Шварц. Шварц. Это никто не срывает, срывает только в группе, почему же так захотел автор. На стриме, на сайте, везде это афишируется и не скрывается. В группе так вот автор не хочет, чтобы в группе это название было. Хотите по этому моде, заходите на сайт и качайте. Мод через не через кастом авто, не через свою игру, а через замену датабазы. То есть это совсем разные моды. То есть это примерно тот, который через замену датабазы. Аббревиатуру Slap придумали где-то в середине 60-х в США, и означало оно там Secretly we are gay, не gods, а gay, то есть по секрету мы геи, то есть эта аббревиатура была придумана геями изначально, а потом уже это новый лаг переписали как под бот. То есть если вы говорите Slap, то в оригинале вы уже афишируете то, что вы мальчик с нетрадиционной ориентацией. Мне кажется, что Джигурда... Я подозревал, что Джигурда, конечно, такой не совсем правильный. Ян, я могу это 10 раз повторить, что это название, но это Шварца, так что ты не расстраивайся так. То, что ты это внутренне переписываешь, я ж тебе уже серьезно объяснил, что автор не хочет переписывать именно в группе. Вот и все. На сайте отдельно сделана тема, которую он поддерживает. Да, этот мод не скрытый. Скрыт он только для участников группы. Я уже объясню, почему тебе. Потому что там много слишком много тех, кто будет автора колебать постоянно, мод не сделан. Steam смотрят не вся группа смотрит, определенно 30 человек. И те, кто смотрит этот стрим, наверняка им можно знать, что это Шварц. Просто. Ну потому что так мы решили. Те, кто смотрит стрим, могут знать, что это Шварц. Те, кто не смотрит стрим, тот ни хера не знает. Вот и все. Тот, кто не заходит на сайт, кто смотрит стримы, тот ни хера не знает. Вот и все. Это вообще с той стороны не очень культурно, мне кажется, там бегать и рассказывать, что там, кто что делает. Ну, мне так кажется. Возьму вещи. О, это мне нравится. Меткость Артемиды, меткость Артемиды, меткость Артемиды. Ага, возьму. Я собираю в основном все только по одной части, потому что, ну, это, если собирать кучу этих, все подбирать, все эти релики, то это... Захламиться ужасно. Нет, так, не хочу. Ага, вот еще есть. Все, активизм я собрал, можно больше не париться.
кстати, отображает сколько клипов есть. Видишь, он добился, если мы человек наблюдать, как у меня тут он играет в мою сторону. А, пока еще раз не взял. А, давай, ты не могу ничего. Скоро сейчас второй уже не за горами. А, окей, ладно, возьму, продам. Не ворона, у меня... Ага, есть. Через ваши панцири. Отлично. Скоро будет. Да, я собираю два артефакта себе. Это... Мудрость нефритового вот этого императора. Кровь Ареса. То есть, две эти вот... Два этих артефакта, если собираю. То есть я собираю формулы и релики чисто под вот эти два артефакта. Поставили флаг. Опни. Кстати, вот насчет этого флага, вот кикра людей. Они сами по себе довольно-таки мощные, пробьют нехило. Они ставят флаги 13-14 уровня. Там нельзя попадаться под их флаги. То есть либо их убивать быстро, а быстро не получится, потому что они там живут. Особенно на эпосе. У моего флага на эпосе сейчас 30-1000 хп. Они вообще гиперлисты есть. То есть либо убегать, не давать, чтобы мобы ставили под этим флагом, либо убивать этот флаг. Два варианта есть. Убираете вот эти вот. Лучше убить и убежать, потому что даже если вы убьете флаг, вероятность того, что вам настреляют эти тигролюди, равна 99%. Поэтому там надо аккуратненько с этими тигролюдями. Тут даже вот эти вот маленькие мобы с Греции херачат. Что уже говорить про... Что говорить про тигролюди? Ё-моё, дайте выйти, твари! Сука. Бля, ебать. Вот эта бомбочка, она же, блин, усыпляет. И осколки, жесть. Здесь немножко переработан интерфейс, если заметили, это белые мобы, ой, точнее, желтые мобы, которые чемпионы, они отображаются здесь как зеленые, а герои оранжевые отображаются здесь как синие. Тоже за Думкрафта. Ну, значит, вообще за Думкрафта разве что переделать, перерисовать, чтобы красивее было. Раньше вообще вот эта вот менюшка, вот эта менюшка была розовая, она такая яркая была, блин. А, жалко, что он ее убрал, мне она нравилась. Ляп. Ой! А что это тут у нас под флагом? Ёп! Гляньте. Он даже убежал уже вроде, все равно бегает и спит. Красота просто. О, хорош, 27% сопротивления урону. На единичку меньше, чем у меня есть, но вроде такой неплохой. Он вроде такой же. Ну, блин, хрен его знает. Ага. АС меньше, а мне это не выгодно, потому что она мне и так невысокая. Вот даже почти с максимальным яростным натиском, который дает 18 АС, у меня всего 113. Дальше. Это странно, что оно не падает. Вроде я никого не бью, а оно не падает. Это моментально падает тогда, когда идет отказ скилла. Просто моментально. Хоп и нет. В общем, советую всем поиграть на этом моде, но усвоить одно такое правило. Мод недоделанный.
То есть он на 90% не доделан, то есть 10% только сделано. Поэтому жаловаться на то, что здесь баги и какие-то дисбалансы сильно не надо. То есть если нашли какой-то баг, вы заходите на форум, не в группе ВКонтакте, ни в коем случае не в группе ВКонтакте, потому что вы, не дай бог, еще забанят просто. Заходите на сайт, заходите на в тему с модом, и конкретно пишите, что вам надо. И не в личку автору, а именно на форуме. Он просматривает форум ежеминутно практически, то есть от него ничего не скрывается. Заходите на форум, все там пишите. Если вам надо понять, что мод сырой. Сырее вы не видели. Хотя ему, конечно, 3 года, но он самый сырой. А так, конечно, welcome. Мод очень интересный, я советую всем поиграть на нем. Напомню, как он называется. Называется он Шварц. Тема на форуме есть. В группе об этом ничего не надо писать. Не знаю. Пожелал не автора, в общем. Заходите на форум, все там есть. И ссылка, она вторая, если я не ошибаюсь, да, вторая. И ссылка, и описание, и обсуждение, можете пообщаться, поделиться. Также более подробно вы можете посмотреть скрины и видеозаписи с этого мода, также на форуме в группе «Новая история о старых вещах» и на нашем YouTube-канале, который сейчас вот здесь вот первый отображается, мистер Пума 4-4. Второй канал — это канал нашего нового сотрудника, нового стримера, Евгения Рождественского. В ближайшее время будет вывешена реклама с реквизитами и датой его стрима, тогда, когда он определится с этим временем стрима. Ну, это, думаю, будет не раньше вторника реклама будет опубликована. Вторник всегда будет реклама опубликована, и стрим его, мне кажется, будет назначен на пятницу или выходной. Там, когда он решит, это уже его, его дело. То есть, пока вы можете зайти на его канал, ознакомиться с его творчеством, посмотреть, что это действительно качественный стример. Он давно в этом деле, года с 2013 как минимум. То есть, 2-3 года он здесь стримит регулярно, у него есть очень хороший опыт. И также посмотреть на нашем канале, нашем YouTube-канале, промо-ролики с музычкой. Такие коротенькие и веселые. То есть на его канале преимущественно стримы, длинные видео без музыки, с комментариями, вот такие вот, а на нашем канале преимущественно промо-ролики. Также там на обоих каналах, кроме Titan Quest, есть и другие игры, Grim Dawn. В общем, много игр, и в будущем тоже планируется поддержка других игр, кроме Titan Quest. Ну, естественно, о других играх, кроме Titan Quest и Grim Dawn, не будет нигде афишироваться в ВКонтакте или на сайте. Все, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить, то есть добавляется это видео, но оно не будет афишироваться, рекламироваться где-то в других источниках, то есть только на YouTube-канале. Если вы подписаны, вы не пропустите и посмотрите это видео. Подписывайтесь на оба канала, чтобы не пропускать ничего. Так, продолжим играть. Карты, ты же не понимаешь, что на оригинале, что здесь. Уважаемый автор модов, что за херня? Меня это бесит. Давайте что-то делать. Хотя, я думаю, вам прет, вас прет, когда бесит игроков. Так сказать, цель мода была достигнута, да, чтобы все бесились. Пум-пум. Сейчас подумайте, вот нафиг, вот не любишь ты эти карты, нахера ты к ним пошел, ну пробежал бы, да и все. Мне тогда было зайти, ну это не знаю, так вот, автоматом. Что у нас там дальше вообще, сколько их тут, ё-моё. О, пойду фармить этих какого черепашек. Мне как раз нужен черепаший панцирь. Ух ты, нихрена себе, вы чё? Вы серьезно? Вы серьезно, мать вашу? Охренеть можно, блядь. А, еще с корабей там. Просто красотища. Красотища. Да, да. А, не знаю.
много опыта, слушай. Прям была фантастика. Прям. Я еще прям. Это немало, по 2017. Это 20 тысяч. А, это 10 тысяч, да. Слабовато. А их это на норме бьет 50-60 тысяч. Минимум 10, максимум 60 тысяч. Пауза. Так, сейчас секундочку. Закину быстренько рекламочку. Ух ты. Ой. Сейчас, буквально одну минуту. Все, я закинул, мы можем продолжать играть. Так, так, алки, шмалки. Нахуй. Айда, мочить остальных пидуков. Сюда ставим флаг. Колос, первое сообщение для отправления. Вот козел, да? Вот чё вам этот флаг дрался, а, ребят? Смотрят аж 3 человека, ребята, аж 3 человека. Это, блин, меня на Твиче больше смотрело. Идем дальше. Сейчас будем скоробеев мутузить. Бля, какой цветной. Пафосный. Иди сюда. Адап. Кто там огнем? А, там Талос. Я думал, скоробеи огнем пуляются.
снова здесь. Он так позвонит, а вот. Ай, какой-то махлах. Вот это трэш, да? Кого здесь только, блин, автор не начихал, да? И маленькие жучки меня бесят тоже. Хера не нужно, и так достаточно этих больших, чем маленьких стяжей. Чё, я убил? А, так это, походу, даже не босс, это обычный чай. Это тут... Ура! Мне уже девушка чуть не дал. Ребята, ребята, кричите, если что. У него Талоса уже что, искажение, я понял. Пощу нахер, а, Вася. Закумарил у меня. Вот эти уже битвы приличные, по 10, по 11 тысяч, хоть что там нужно сказать. Но все равно это очень мало. Да ты сдохнешь или нет, бродячий пес. Наконец-то. А, так это босс все-таки был, зеленый босс, класс. Ну хоть это не такие жирные. Да давай уже, блин, заебал. Ох, что ж там будет впереди, если тут такое в начале, блин. Самый любимый акт автора — это Изинка. И он больше всех постарался что-то там сделать почетче, так сказать. Ох, боюсь себе представить, что он начнет делиться на это что-то. Не забывайте подписываться на наши каналы, вы видите здесь вот, на экране ссылочки. Первый — это промо-канал, там больше роликов коротеньких, с музычкой, интересненьких таких. Второй — это лайв-канал, там преимущественно стримы, стримы не только Titan Quest, а также Windown и других игр, вам будет интересно. Ебать, да что там? А, еще ты усунул! Просто стукер. Че это ухим? Жесть, просто жесть. Как я люблю этот мир. Глянь, глянь, что происходит? Или камни тифона. Оо, сейчас надо там. Веселуха мне обеспечена, блин, на ближайшие полчаса. Ближайшие полчаса веселуха. Блин, еще хотя надо стоять, прикиньте. Жесть. Пол хп с нашей камни. Ладно, бежу. Опять захожу в группу, ай, котяра, блин, что тебе надо от меня, а? Порвать тебе что ли? Видишь, тут у меня баталии какие-нибудь, он мат, трион, он мат, а?
Надо отойти. Так, сейчас еще добавлю одну фотографию с Фрапса. Читаю, что он пишет ВКонтакте. Может, ты прав, Ян, может, ты человек 20, но надеюсь. Так, наши сейчас карантине. Впереди нас скоробеи. Сейчас мы убили вот этих вот полифемов толпу. Вот тут валяется одна часть. Вторая часть вот здесь валяется. Сейчас надо укокошить скоробейчиков. Поставить здесь флаг. Впереди еще Талос 60 уровня и Кинтими, блин, и Несса еще. Я не могу, нахера столько боссов пикивать. Ладно. Ну, что вы там далеко стоите, идите сюда. Делать. Ну, подходить поближе. Телхины, скоробеи. Когда ты от их анимации очень сильно напрягает компьютер. Помимо того, что их еще и много здесь. На одном квадратном метре собралось 4 пачки боссов. Не учитывая Талоса, как-то мало. Знаете, что самое вот интересное может быть, когда сидишь вот, в квартире, в доме, да, вот, один. Когда что-то где-то падает. Где стрёмно. Ну красивый, да, вообще интерфейс мода. Ух, хорошо пошел. То есть я это стоит поиграть. У меня ОВС 48 тысяч, это мало. Кстати, я заметил, что флаг мне не очень особо стал давать ОВС после этого. Я вот получил эту пушку, этот шлем крутой. Как-то перестал сильно давать много бонусов. Это, видимо, связано с тем, что там база идет, получается, же идет в основном по базе, вот сколько здесь база. 166 единиц, а у меня только пушка, блин, 208. Я думаю, это из-за этого. В начале это 166 единиц, это до хрена, это круто. А вот когда ты переходишь дальше и получаешь новые вещи крутые, и 166 единиц базы, это уже, мягко говоря, ни о чем. Ну, видите, да, за всего 29 тысяч ОС. А у меня было там без флага даже 50 с копейками. А сейчас флагом 42, но это без ярости еще, ладно. Сейчас ярость включится. Включилось, пропал адреналин, он их 2 урон дает.
пришел. Банана что ли? Это потому что на когда только регистрировался, дают банан. Не могу. Вообще новые пользователи там же в бане сидят. Или это вообще что? Что-то я не въехал. Еще можно написать ВКонтакте, чтобы было более понятно. Так, так бы сразу и сказал. Я тут болтаю уже часа полтора, а ты мне только сейчас ты заявил. Ха! Класс. Так-то, так должно быть получше слышно, я так понимаю. Да, сейчас звук потише сделаю. Честно говоря, на этом на Хардхейме только еще не зарегистрировался, даже не знаю, как здесь что, управлять, это тестово стримлю. Что значит по ссылке? Е-мое, сука, их тут много. Бля, как она лагает, слушайте. Да, лагает, конечно, жесть. Бля, куда он бьет вообще? А, я его убил и себя убил. Ты не понял. Я только сегодня зарегистрировался, говорю, что не очень сильно разбираюсь пока в Гадгейме. Пробно решил постримить, проверить, как его рекламки, звук проверить, что к чему. Ну ты понял. Просто не совсем понял, как это Steam доступен только по ссылке. Ты имеешь в виду сделать стрим где-то, чтобы он транслировался где-то еще на YouTube, что ли? Здесь уже не лагает, здесь уже поспокойнее.
Так, сейчас мы убьем этих скоробейчиков, потом попробуем расправиться с телхинами. Я не знаю, как с ними там будут обстоять дела. Мне кажется, что я их даже не потяну. Нахрена их было сюда впиливать, я не понимаю. Ай, сагрил телхинов, твою мать. Сейчас начнется жесть в лагах. Видимо, сам я там, когда создавал канал, там нажал галочку, что здесь может содержаться контент, короче, который для лиц, не достигших 18 лет. Ну, короче, то, что я тут материться буду. Если ты вроде про это, да, говоришь? В этом месте сильно лагает, надо сюда пройти. Ты про эту галочку, да, говоришь? Ну ничего с ним, какая разница? Я ж не особо-то гонюсь за чем-то, то есть попробовать что только. Меня больше беспокоит, что я умираю второй раз подряд практически. Вот это печаль, беда. Главный стример у нас ты, а не я. Я чисто опробую. Проготавливаю, так сказать, народ. Что не переживай за меня. Жирные эти телхины, я думаю, как их убить, а? Твою мать. Снова такое она придумывает, да? Это надо было аж их сагрить так сильно. Я ж не хотел агрить их. Теперь придется либо убивать, либо разбираться с ними как-то. Я думаю, я сейчас отбегу просто, а потом оставшихся телхинов буду по одному по два вытаскивать. Ладно, сейчас отойти от них. Я понял, спасибо, я ее потом уберу. Ну ничего страшного. Нет, меня сильно волнует, честно говоря. В данный момент, я имею в виду. То есть я знал, что какие-то косяки будут, потому что только зарегистрировался, никогда не пользовался этим вот контентом, каналом. Поэтому ничего страшного. Ой-ой-ой-ой-ой. Откуда вы взялись, ребята? А, опять тут. Охренеть, можно, как они меня достали. От них даже не убежать. Блять, один отхат скилл, смотрите. Красота! У кого-то, походу, измена здесь где-то. Не, нету измены. Странно. Посмотри на мой шлем, а? Крутой шлем. Ну ладно, поехали. Так. Да.
Чё же вас так много, а, телхины? Впереди еще Ялуаи, но это не босс, это как моб сделан, в принципе, то есть, ну, просто анимация этого Ялуаи сделана. Так, пойдем разбираться с этими телхинами аккуратненько. А, разобрался, да? Красавчик. Ну, как вас убить, парни? Туда. Местами жесть, местами, конечно, изи. 65, посмотри. Ну это при этом с этим, с колосом. Не, поверь, тут нормально, видишь, как они сносят немного. То есть тут все урегулировано. Сбалансировано. Вот так. Видишь, как меня сносят? Сейчас сдохну. А! Хотя бы одного убить надо. Пиздец, флаг. А теперь найди того телхина, которому ты снес больше половины хп. Вот, пойди поищи его теперь среди этой толпы. И где ты, братишка? А, он отрегенился, что ли? Не может быть, не верю своим глазам. Я так старался, бил, мы видели, и вот это вот так вот, обито болит. Ай-яй-яй-яй, не вовремя поставил. Да, его убили сразу же. Я пойду дальше, потому что мне не впадло с ними возиться. Или хотя бы одного убить, я не знаю. Твою маму. Шатал-матал. Да не бейтесь уже от меня, ребят. Ну да что же достаете так меня сильно? Не отстаю, смотрите. Убить вас что ли или как? Да не, я вас не убью. Блин, это не бог. С ними сражаться, блин. Надо пробежать, наверное, дальше. Не отъебутся, нет?
Так, ну вроде они это не оставили, можно идти дальше проходить. Я конечно, по одного бы хотел бы загасить. Нет, одного не получится. Вот он и все эти 50 хп, да, как сносят. Как младенца. Надо поставить флаг для поглощения. Мод, конечно, чумной, но порой места есть такие, что хочется забыться, убиться, уйти отсюда подальше и не видеть этого места. Опять эти трюхи накумарят. Как маленькая загнанная мышка в клеточке. Вот так меня загнали и пинают. Ай, мах, на махов зря нарвался. Вообще из-за этих вот боссов, которых там поставили, невозможно рационально распределять силы и аккуратненько отбивать мобов, потому что назад отступить не можешь, у тебя в жопу прикрывают эти тилхины. Тебе приходится врываться в эту толпу, которая тебя также гасит не слабо. И получается какой-то трэш. А здесь маги еще дают жару хорошего. Сейчас раскидаем их всех. И на того напали. Иди сюда, крошка. Капец, они все жирные, да? Один приперся. Можно с ним поиграться. Да куда ж ты отходишь, тварь ты, блин, сука. Иди нахуй. Сюда пойду.
без лага здесь не обойтись, конечно, да. О, сколько опыта уже собрал, да? Нехило так. Даже сам не заметил, так что-то отвлекся немножко на этих пухинов, на эту всю мишуру. Не заметил, как собрал достаточно много опыта. Кстати, я из-за того, что вот текал от этих тухинов и не мог разобраться с этой толпой мобов, пропустил дроп. А мне очень надо черепаший панцирь, чтобы собрать один из артефактов для будущего легендарного. Ладно, я еще, если что, потом вернусь сюда. Благо, здесь город недалеко. Так. Что-то в текстурах застрял, походу. Ух, жара! Про нашу флаг не убили. А, его сейчас снесут уже. Юзаем колос. Стоим под колосом. Панцирь мне нужен. Долбят нехило, конечно, очень нехило. Так, черепаший панцирь соберу, он мне очень нужен, как я повторяюсь. Ага, остался только один итем. Это мне зачем? Это мне для тени ворона, да, тени ворона. Купим черепашек, фармим, так что у нас максимальный... О, максимальный урон 288 тысяч. Просто смокотень. Странно, с таким уроном и не убить этого Тухина. Ну это, видите, как шанс 17%. Опа, 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 опа. Какой друг пришел там. О, вот это еще не один. Тварь. Сейчас банки кончатся. Умри же! Умри же, я тебе приказываю! Шесть тысяч. Нехило. Но как-то маловато, помню.
Так, последний черепаший панцирь, и у нас собрано практически один артефакт, составляющий для легендарного, для священного, точнее. Это, не помню даже какой. Нефритовый император. Это на откат. Залу очень нужен откат, чтобы постоянно юзать флаг. Флаг от сплочения для отражения урона. И колос, конечно же. Куда ж там без колоса? Херня. Опа. А что учить, я не знаю. У меня заканчивается баночка, надо пойти подкупить. Блин, погода такая, так спать хочется. А я сижу, играю. Ну что, поспать, как нормальный человек, да? Продаем весь хлам. Тут, по сути, все хлам, потому что на мне лучшие шмоточки. Ну да, я люблю днем поспать. Самый лучший сон для меня это днем, просто кайф. А, я просто... Вы помните, зачем я ходил в город? Чтобы баночку купить. А что я сделал? Продал и ушел. Ой, жесть. Память девичья. Блять, че попади на этот. Красота. Не шлем, а сказка. Так, нас ждет впереди, если не ошибаюсь, Мегара уже. А может, я ошибаюсь. Надеюсь, не ошибаюсь, потому что надо уже прийти в следующий город, получить новое задание. Честно говоря, я уже не особо помню расположение городов, что да как, что зачем последует, сейчас будем смотреть. А! Заболтался. Называется, меньше шевели языком, больше дела делай. Просто не пробиваем, чувак. Резисты здесь у каждого почти по фулу. Это надо срезать. А! Охренеть можно. Когда ж ты сдохнешь уже, парень? Наконец-то.
Так, стоп. Куда я приду, если сейчас пробегу просто? Куда я приду, в город или... Да, я приду в город. Просто надо дело там драться уже. Сейчас надо получить новое задание. С этим поговорить. Что там? А, ну, в общем, хрен на них. Положил я. Сейчас проучу скиллы. Yes, a good day. Truth is, I never returned to the beach. Что проучить, а? Это очень полезно мне сейчас будет. У меня скорость атаки очень маленькая с этим копьем. Так, ну, думаю, в общем-то, все. Мне что-то поднадоело уже. 2 часа играть, видео снимать. Там оно очень много весит уже, надо заливать на YouTube будет очень долго. Так. Всем спасибо, всем удачи, кто смотрел. До свидания.